Так, значит, мы продолжаем обсуждать пределы функций, и сегодня поговорим про бесконечные пределы. Так, сейчас я буду кого-то замьючивать. Юра, звук выключи срочно. Значит, бесконечные пределы, пределы на бесконечности. И асимптоты. Значит, ну смотрите, давайте я по аналогии с последовательностями для начала докажу теорему. Значит, если функция имеет предел. Давайте функция f имеет предел в точке x0, то существует такая окрестность. Проколотая окрестность. Давайте я ее обозначу через u дельта с кружочком точки x0, в которой функция ограничена. Значит, существует такая дельта, что существует такое c, существует такая дельта больше нуля, что существует такое c, что для всех x из проколотой дельта окрестности точки x0, f от x по модулю меньше c. Значит, мы очень похожее утверждение доказывали про последовательности. В чем разница? Про последовательность она звучала совсем просто. Если последовательность сходится, то она ограничена. Про функции, как видите, утверждение чуть более сложное, потому что здесь и есть вот эта часть про проколотую дельта окрестности. То есть мы не утверждаем, что функция прям вот всюду ограничена, но мы утверждаем, что она ограничена где-то вблизи точки x0, если она имеет предел в этой точке. При этом в самой точке x0 она может быть просто не определена, поэтому я пишу здесь именно проколотую дельта окрестность. Значит, ну давайте я докажу это утверждение. Значит, ну что, как будем доказывать? Хочу доказать ограниченность. Есть утверждение, что существует предел. Но давайте я напомню определение предела. Значит, поскольку мы говорим, что предел при x, стремящемся к x0, f от x существует, давайте обозначим его за b. Что мы тогда можем сказать? Тогда для всякого эпсилон больше нуля найдется такая дельта больше нуля, что для всех иксов из проколотой дельта окрестности точки x0, f от x минус b будет меньше эпсилон. Значит, вот определение предела. Давайте я скажу, что эта дельта зависит от эпсилон, поэтому дельта равняется дельта от эпсилон. Значит, как теперь доказать, что функция ограничена в некоторой проколотой окрестности точки x0? Значит, пока что я просто переписал утверждение о том, что предел существует. Роуд. Скажите, как мне доказать сделать ограниченность? C равным максимуму из модуля эпсилон минус b или плюс b? Сейчас, проблема в том, что... Сейчас, нет, сейчас... Ну, мы понятно, что c мы не можем назначать, мы как бы определяем эпсилон, да. Найти такое... Окей. У меня вопрос. Значит, у меня вопрос вот какой. Здесь сказано, что существует c,
Ну хорошо, про c вы мне что-то сказали, а дельту как определить? Откуда брать дельту? Откуда брать ту окрестность, на которой мы знаем, что последовательность ограничена? Не последовательность, а функция. Просто дельта от эпсилона из предела. Ну, можно дельта от эпсилона из предела взять. Хорошо, а эпсилон какой взять? Помните, как ну, любой тоже какой-нибудь. Ну да, но помните, как аналогичное утверждение доказывалось для функции? Не для функции, а наоборот, для последовательностей. Значит, можно взять конкретный какой-нибудь эпсилон, например, эпсилон равный единице. Возьмем, эпсилон равняется 1. Давайте я вот эту дельту, которая вот здесь у меня определяется, давайте я обозначу через дельта 1, чтобы не путать с вот этой дельтой, существование которой нам нужно доказать. Значит, тогда... Здесь тоже должна быть дельта 1. Существует дельта от единицы. Значит, давайте мы положим дельта 1 от единицы. Положим дельта, равная просто дельта 1 от единицы. То есть мы взяли в определение предела, положили эпсилон равным 1, взяли ту дельту, которая нам определение предела выдает, и после этого мы знаем, что тогда для всех иксов из проколотой дельта окрестности точки x0 выполняется неравенство. Модуль f от x минус b меньше кого? Значит, что здесь нужно написать? Меньше единицы. Да, меньше единицы. Вот. Ну, отлично. А если теперь мы знаем, что выполняется вот такое неравенство, дальше можно сказать, ну, например, можно сказать, что модуль f от x минус b не превосходит... Сейчас, нет, это я не в ту сторону пишу неравенство. Значит, ну, опять нужно неравенство треугольника расписать. Значит, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что расстояние от f до нуля не превосходит сумму расстояний от f от x до b плюс расстояние от b до нуля, значит, меньше, чем модуль b плюс 1. И вот эту штуку нужно обозначить за c. Это та самая c, существование которой мы обещали. Ну и видно, что оно в точности работает, что именно для так выбранной дельты и так выбранного c выполняется вот это условие. Модуль f от x не превосходит этого c. На этом доказательство закончено. А можно последний момент проговорить, пожалуйста? Да, смотрите, значит, я говорю следующее. Я говорю, что, ну, во-первых, вот в эту цепочку неравенств верите? Это просто неравенство треугольника. Да, верю. Значит, вот эта штука — это b, а вот эта единица — это вот эта оценка. А, все, понял. Сейчас хоть единицу. Угу. Да, спасибо. Вот. Абсолютно такое же рассуждение, как было в случае с последовательностями. В общем, мы фактически ничего не меняем, только вот это вот условие добавляется. В некотором смысле эта теорема проще, чем теорема про последовательности, потому что, когда мы обсуждали аналогичную теорему для последовательности, нам там нужно было... Мы утверждали, что что вся последовательность ограничена, и нам там нужно было разбираться с ее началом. А здесь мы просто говорим, что ну вот в какой-то окрестности это выполняется, и все. А это ровно та окрестность, которая нам дается определением предела. Вот. Хорошо.
Ну что, можно ехать дальше? Или есть еще вопросы по этой теореме? Ну, давайте я в качестве примера приведу, почему мы все-таки вынуждены вот эту окрестность выбирать. Давайте рассмотрим такой пример. Вот, допустим, у нас есть функция f от x равняется 1, деленное на x. Это штука, которая... Давайте я построю график. Значит, эта штука не является ограниченной, допустим, на всей своей области определения, потому что вот вблизи нуля она может принимать очень большие значения, большие по модулю. Значит, когда x очень маленький, единица на x очень большая, как мы все хорошо знаем. Но при этом, например, если я возьму какую-нибудь точку x0, отличную от нуля, допустим, вот возьму какую-нибудь точку x0, равная 1, скажем, здесь у функции f есть предел. Значит, например, существует предел при x, стремящемся к единице, f от x. Чему он, кстати, равен? Единице. Значение функции. Единице, да. В данном случае просто значение функции в этой точке. Так не всегда бывает, но в данном случае действительно он равен значению функции в этой точке. Значит, вот этой вот единице он равен. Вот. И видно, что есть окрестности, на которых наша функция, есть окрестности точки x0, на которых наша функция ограничена. Например, для дельта равная... Придумайте какую-нибудь дельту, которая бы в данном случае сработала. Одна вторая. Да, скажем, для дельта равной 1 второй можно подобрать c. Это не совсем тот c, который вот здесь строится, но значит, для дельта равной 1 второй. А, кстати, нет, получается именно такое. Значит, для дельта равной 1 второй у нас получается такая штука. Давайте смотреть. Значит, вот у меня здесь будет вот такая проколотая окрестность. Вот здесь будет значение 2. И как раз функция будет ограничена, ну вот, как раз значением 2. C равняется 2. Вот. И функция действительно ограничена двойкой на этой окрестности. Но при этом неправда, что функция ограничена вообще всюду. Скажем, значение дельта равное единице не сработало бы. На один окрестности функция не является ограниченной. Именно в силу того, что если бы у нас была бы один окрестность, то она бы граничила бы вот с этим нулем, то есть у нее вот этот ноль был бы граничной точкой, а вблизи нуля значение функции становится сколь угодно большим. Вот, поэтому вот это условие о том, что функция не просто ограничена где-то, а она ограничена на какой-то проколотой дельта-окрестности, это условие важно. Не всякая дельта сработает. Так, ну хорошо. Давайте теперь, опять же, следуя тому же плану, который у нас был для последовательностей, давайте поговорим про бесконечные пределы. Значит, я дам некоторые определения. Ну, во-первых, смотрите, значит, вот у нас есть, когда мы пишем предел, у нас есть две штуки. У нас есть штука вот эта, куда стремится x. И у нас есть утверждение о том, куда стремится вообще весь предел. Значит, до сих пор мы обсуждали ситуации, когда и вот здесь написаны какие-то числа. То есть x стремится к какому-то конкретному числу, и предел равен какому-то конкретному числу. Тем не менее, оказывается, что и здесь можно писать какие-то бесконечности.
И, в принципе, можно, ну, можно сказать так, что можно сразу написать определение предела апогейна и дальше говорить, что с помощью определения предела апогейна можно изготовить определение любых утверждений, значит, когда вот здесь стоит что угодно, не обязательно число, может быть какая-нибудь бесконечность, плюс бесконечность или минус бесконечность. И здесь тоже может стоять не обязательно число, может стоять бесконечность, может стоять плюс бесконечность и так далее. Определение предела апогейна требует просто, чтобы мы могли что-то говорить про последовательности иксов и последовательности их значений, куда они там сходятся, к бесконечности, не к бесконечности и так далее. Поэтому в некотором смысле определение апогейна хорошо тем, что оно позволяет нам полностью перенести весь аппарат, связанный с пределами, с бесконечными пределами, перенести на функции. Но давайте, значит, для удобства все-таки дадим определение по каши соответствующих понятий. Значит, первое понятие такое. Допустим, что у нас предел при x, стремящемся к x0, равен, скажем, бесконечности. Что это означает? Ну, опять же, аналогично с определением предела последовательности, это означает, что мы можем, приближая x к x0, сделать значение f от x сколь угодно большим. То есть каким хотим большим, таким и сделать. Ну, в данном случае я написал просто бесконечность такую, без знака. Это означает, что f от x будет становиться большим по модулю. То есть это означает следующее. Для всякого c большого существует такое дельта, зависит от этого c большого и больше нуля, что для всех x из проколотой дельта окрестности точки x0 выполняется условие. Какое условие выполняется? Скажите кто-нибудь. F от x больше, чем c. Больше c. Да, но только если я хочу бесконечность без знака, тогда модуль f от x. То есть это означает следующее. Это означает, давайте я нарисую картинку. Значит, означает примерно следующее. Ну, давайте я воспользуюсь, скажем, какой-нибудь такой функцией. Допустим, вот у меня здесь где-то x0. И у меня функция устроена как-нибудь вот так. Значит, график функции уходит на бесконечность вблизи точки x0. То есть, когда x приближается к x0, какое бы я ни выбрал, какой бы я ни выбрал c, какое бы я ни выбрал ограничение, найдется такая дельта, что график функции, лежащей над проколотой дельта окрестности точки x0, целиком окажется выше или ниже горизонтальных прямых y равняется c или y равняется минус c. То есть модуль окажется больше, чем c. Значит, вот это у нас c, это минус c. Визуально это означает, что график, он как бы начинает так стремиться к вертикальной прямой, подходит к ней с одной стороны или подходит к ней. Но в данном случае у меня предел двусторонний, просто x стремится к x0. Это означает, что график подходит к вертикальной прямой, x равняется x0, как бы с обоих сторон я могу приближаться, и он будет с обоих сторон подходить к этой вертикальной прямой. Значит, давайте сразу скажу, что вот эта вертикальная прямая, давайте я ее более четко нарисую. Значит, эта вертикальная прямая в этом случае называется вертикальной асимптотой. Есть разные лингвистические противоречия между разными математическими школами. Кто-то говорит асимптота, а кто-то говорит асимптота. Я не знаю, как правильно, и я привык говорить асимптота, но я совершенно не утверждаю, что это правильно. Как бы вы ни говорили, как бы вы ни ставили ударение, вас поймут.
Вот, значит, это предел равный бесконечности. Давайте, значит, дадим определение предела равного плюс бесконечности. Предел при x, стремящемся к x0, f от x равняется плюс бесконечности. Значит, очень похожая штука. Начало абсолютно такое же для всякого c. Найдется такая дельта больше нуля, что для всех иксов из проколотой дельта окрестности. И здесь получается, что f от x больше, чем c. Угу. Вот. Значит, это предел стремится к плюс бесконечности. Значит, здесь мы уже требуем неравенства не на модуль, а просто на саму функцию. И требуем, чтобы значение функции становилось все больше и больше. Значит, например, вот эта функция графика, которая нарисована здесь, функция похожа на единицу, деленную на x вблизи нуля. Но только здесь она не вблизи нуля, а вблизи точки x0 уходит на бесконечность. Значит, вот эта функция не имеет, значит, ее предел не равен плюс бесконечности, потому что вот если мы справа приближаемся, то значение увеличивается, а если слева приближаемся, то значение, наоборот, уменьшается. Поэтому вот такое условие не выполняется. Но зато можно привести пример функции, которая таким свойством обладает. Например, давайте я приведу пример функции, которая стремится к плюс бесконечности. Скажем, это функция f от x равная единице делить на x квадрат. Скажем, вот такая функция. Значит, у нее график стремится к плюс бесконечности, точнее, сама функция стремится к плюс бесконечности, а график как бы уходит вверх, когда x приближается к нулю справа и когда x приближается к нулю слева. В обоих случаях график уходит куда-то туда вверх. И тоже стремится к вертикальной прямой. Но в данном случае у меня это вертикальная прямая x равняется нулю. Значит, это пример ситуации, когда функция имеет предел, равный плюс бесконечности. В данном случае при x, стремящемся к нулю, единица делить на x квадрат равняется плюс бесконечность. Значит, ну и аналогично можно задать предел равный минус бесконечности. Ну, давайте я тоже напишу. Значит, то же самое, только знак неравенства меняется. Здесь был знак больше, больше c, а здесь будет знак меньше c. Ну и, соответственно, в этом случае это означает, что значение уходит на минус бесконечность. Становится дико-дико-дико отрицательным, потому что здесь c можно выбирать, в том числе дико-дико-дико отрицательным. Вот. Замечу, что аналогичного рода пределы можно рассматривать не только вот такие двусторонние, как я написал, но и односторонние. Значит, вы обсуждали односторонние пределы на семинарах. Ну, давайте я напишу какое-нибудь определение для одностороннего предела. Например, предел при x, стремящемся к x0 справа, f от x равняется плюс бесконечности, означает следующее. Это означает, что для всякого c найдется такая дельта, зависящая от c больше нуля, что для всех x-ов, значит, мне нужно взять не всю проколотую дельта окрестность, а правую проколотую половинку дельта окрестности. Это означает, что x должен быть... x до x0 плюс дельта. Ну, от x0 до x0 плюс дельта, да? Да, давайте я просто напишу интервальчик. Значит, x должен лежать от x0 до x0 плюс дельта. Значит, вот для всех таких x-ов, ну, опять же, выполняется то же самое условие, которое нам нужно, чтобы предел равнялся плюс бесконечности. F от x больше c. Значит, ну, давайте посмотрим на какой-нибудь пример, опять же.
Значит, вот скажем, что вы можете сказать про предел при x, стремящемся к нулю, для функции единицы, деленная на x? Равняется ли эта штука плюс бесконечности? Такой вопрос. Значит, если x стремится к нулю, просто к нулю. Ну, если справа, то да. Нет. Да, но вот если мы рассматриваем просто x, стремящийся к нулю, то это означает, что мы рассматриваем ситуацию, когда мы подходим к нулю и справа, и слева. Результат должен быть одинаковым. Поэтому если я здесь написал плюс бесконечность, то вот такое утверждение неверно. Значит, здесь вот это неверно. Но если я подхожу к нулю справа, то есть рассматривая только положительные x, то там единица, деленная на x, становится обязательно просто очень большой, не по модулю большой, а просто буквально большой. И это означает, что вот эта штука стремится к плюс бесконечности. Как вы с односторонними пределами? Поработали на семинарах? Я просто не успел в прошлый раз рассказать на лекции, что это такое, но я подумал, что там простое определение. Здесь, получается, у вас существует дельта. Значит, там могут быть несколько точек, да, при которых соблюдаются эти условия? Ну, смотрите, здесь везде утверждение такое, что вот мы выбираем c, а дальше мы выбираем какую-то, так сказать, мы выбираем достаточно маленькую окрестность, такую, чтобы в этой окрестности, ну, в данном случае здесь не окрестность будет, а половинка окрестности, такую, чтобы вот в этой окрестности выполнялось это условие. Если мы выберем дельту еще меньше, оно, конечно, тоже будет выполняться. То есть, как бы, если мы вот здесь наложим более сильные условия, то есть, допустим, что для какого-то дельта это выполнялось. Если мы сделаем дельту еще меньше, то тогда вот это условие будет еще более сильным, как бы мы больше требований на x будем накладывать. И, конечно, вот эта штука тоже будет выполняться. Дельта определена неоднозначно. Но точно так, если, нас... я хотел, например, функция при x больше нуля, получается, f от x равняется 1 на, делить на x минус 1, при x меньше нуля 1 делить на x плюс 1. Да. Сейчас, дайте я запишу, чтобы понять. Значит, при x больше нуля, как вы говорите? 1 делить на x минус 1. 1 делить на x минус 1, ага. А при x меньше нуля... 1 делить на x плюс 1. 1 делить на x плюс 1. И предел вы рассматриваете? Ну, в точке 0. В точке 0. Вот такой. Так. Да. Значит, смотрите, что здесь происходит. Вот у вас функция устроена так. Значит, у вас есть точка 1. Значит, когда x приближается к единице, вы работаете с вот этой верхней, да, половинка этой функции, да? И, значит, когда x приближается к единице, у вас вот эта штука становится дико большой. Или дико маленькой, значит, дико большой по модулю. Да. То есть у вас получается вот такая вертикальная асимптота. Значит, как это устроено? Значит, если x равняется нулю, то эта штука должна принимать значение минус 1. Значит, как-то вот так вот она устроена. Сейчас, или я не в ту сторону? В ту сторону. Нет, не в ту, потому что это все равно, что единица на x. Значит, вот так вот оно устроено. Да. Оно устроено. Значит, вот так вот здесь функция не определена, а значит, здесь у нас будет похоже, но только наоборот. Здесь вблизи минус единицы у нас вот такая штука работает. И здесь будет похожая картинка тоже. Значит, у нас есть тоже вот такая вот вертикальная асимптота. И здесь она будет устроена, значит, как-то вот так. Вот такая штука. Значит, и если вы берете такую штуку, то если вы рассматриваете предел при x, стремящемся к нулю, то это означает, что вы хотите, если просто x, стремящийся к нулю, то это означает, что вы хотите, чтобы было какое-то предельное значение, ну вот вне зависимости от того, с какой стороны вы приближаетесь к нулю, справа или слева. Я как-то неправильно задал функцию. Я, в общем, хотел, чтобы вот приближалась справа к единице,
слева к минус единице получается, а везде вверх уходило. И то есть между минус единицей и единицей ничего не было там. Везде вверх уходило сейчас. То есть вы хотите как? Вы хотите, чтобы она была вот так? Нет, между минус единицей вот и единицей ничего не было в этом плане. А, я понял. Вы хотите, чтобы вообще функция была не определена? Да. Чтобы везде на минус единицы. Сейчас, вы хотите... А, я понял. Вы хотите вот от этой картинки оставить только вот эту штуку и вот эту штуку? Ну, слева вверх. То есть там и минус 1 делить на x. Вот так вы хотите? Да. Вот так вы хотите? Ну, смотрите, про такую функцию вообще бессмысленно говорить, про ее предел около нуля, потому что эта функция вблизи нуля не определена. Нет, там мы выбираем дельта, то есть можем выбрать такую дельта, что будет же. Я понял. У нас существует дельта. Смотрите. Все определения пределов устроены в предположении, что функция определена полностью в какой-то, ну, в соответствующей окрестности. То есть найдется хотя бы какая-нибудь дельта, в которой значение функции будет определено для всех иксов вот такого вида. Ну вот найдется же дельта здесь, допустим, ну, 2. Для всех иксов такого. А, для всех иксов. Да. То есть, мне нужно, вот когда я пишу определение предела, я подразумеваю, что вот это неравенство я могу проверить. И могу проверить его действительно вот для всех иксов. То есть, как бы, когда я говорю, что вот эта штука выполняется, это в частности означает, что я могу левую часть этого неравенства посчитать. И в частности это означает, что левая часть этого неравенства определена всюду вот здесь. Поэтому всегда, когда мы говорим что-то про такого типа пределы, неважно какие, бесконечность, минус бесконечность, конкретное число, все что угодно, вот, всегда мы подразумеваем, что найдется какое-то значение дельта, при которой значение функции определено вот во всей той окрестности, которая написана вот здесь. Хорошо. Так, ну что, значит, это были пределы плюс бесконечность, минус бесконечность и просто бесконечность. Значит, и вот соответствующие картинки мы порисовали и пообсуждали, как оно все работает. Значит, есть ли еще вопросы по этой части? Ну хорошо, придумайте мне функцию, которая стремится к минус бесконечности. Вот для такого симметричного предела, двустороннего предела. Минус 1 делить на x квадрат. Минус 1 делить на x квадрат. Да, ну да, просто вот сюда вот подставить минус, значит, минус 1 деленное на x квадрат, график станет, как бы отразится симметрично относительно горизонтальной оси, и вы получите функцию, которая стремится к минус бесконечности. Хорошо. Давайте теперь поговорим про еще один сюжет, пределы на бесконечности. Значит, это такая штука. Предел при x, стремящийся к, допустим, плюс бесконечности. F от x равняется какому-то числу b. Это такое утверждение. И смотрите, теперь я хочу, чтобы у меня x стремился к плюс бесконечности. То есть в качестве моей окрестности нужно рассматривать не дельта окрестности какой-то точки, а, так сказать, окрестность бесконечности. Окрестность бесконечности это, ну вот, как у нас есть горизонтальная ось x. Значит, под окрестностью бесконечности, там под правой или под левой, подразумевается что-то такого типа. Вот вы от какой-то точки C уходите, допустим, вправо. Вот такой вот луч это как бы окрестность бесконечности. Вы можете думать, что бесконечность где-то там далеко справа и одновременно далеко слева. Вот. Но вот вы сейчас рассматриваете правую полуокрестность этой самой бесконечности. В общем, формальное определение такое. Для всякого эпсилона должно найтись такое c, зависящее от эпсилона, что для всех иксов больших, чем c, расстояние от f от x до b будет меньше эпсилона.
Значит, это x, это y. Допустим, я утверждаю, что значит, давайте какое-нибудь значение b здесь отмечу. И, соответственно, утверждение о том, что функция стремится к точке b, когда x стремится к плюс бесконечности, это утверждение, что я могу выбрать какой-нибудь любой эпсилон. Значит, выбрать такой коридорчик вокруг b, b плюс эпсилон, b минус эпсилон. И начиная с какого-то c, c определяется по эпсилону, у меня график моей функции будет жить целиком внутри этого коридорчика. Будет какая-то вот такая вот ситуация. Значит, это когда x стремится к плюс бесконечности. Но абсолютно аналогично определяются пределы, когда x стремится к минус бесконечности. Это означает, что для всякого эпсилона найдется такое c, что для всех x меньших, чем c, модуль f от x минус b меньше эпсилон. И, наконец, можно определить предел при x, стремящийся просто к бесконечности. Это соответствует тому, что у нас существует такое c, что для всех... Значит, какое здесь условие нужно написать, если я хочу просто бесконечность? То есть, если я хочу условие о том, что x большой, либо очень большой, либо, наоборот, очень маленький. Модуль x больше c. Да, значит, для всех x, у которых модуль больше c, значит, для всех x, если модуль x больше c, то расстояние от f от x до b меньше эпсилон. Значит, в этих случаях горизонтальная прямая y равняется b называется горизонтальной асимптотой. Значит, вот эта вот прямая y равняется b горизонтальная асимптота. Значит, в целом асимптота это какая-то прямая, к которой приближается график функции. Вот, значит, бывают вертикальные асимптоты, которые соответствуют бесконечным пределам в конечной точке. Бывают горизонтальные асимптоты, которые соответствуют, наоборот, конечным пределам при бесконечном стремлении x. Ну, давайте посмотрим на какой-нибудь пример с какими-нибудь конкретными функциями. Пример. Допустим, у нас функция... Допустим, у меня такой вопрос. Если x стремится просто к бесконечности, а функция какая-нибудь такая, скажем, x плюс 1 разделить на 2x. Вот что вы можете сказать про предел вот такой штуки? Значит, x стремится просто к бесконечности, а функция x плюс 1 делить на 2x. Значит, есть какой-нибудь предел или нет никакого предела? Одна вторая. Да, причем, смотрите, значит, можно эту штуку просто переписать в виде 1 вторая плюс единица, деленная на 2х, разбить дробь, которая у нас есть в сумму двух дробей. Ну, а дальше здесь тоже работает правило арифметики пределов. Можно перейти к пределу суммы, значит, у вас будет предел константа 1 вторая, и предел вот этой штуки, значит, вот эта штука стремится к 1 второй. Эта штука стремится к нулю, поэтому этот предел просто равен 1 второй. Значит, заметьте, что из-за того, что вот эта штука стремится к нулю, неважно, x становится ужасно большим или, наоборот, ужасно дико отрицательным, значит, если модуль x становится большим, то вот эта штука становится маленькой, поэтому этот предел работает и для случая плюс бесконечности, и для случая минус бесконечности, поэтому здесь можно написать просто x, стремящийся к бесконечности. Вот. Ну хорошо, а можете привести пример какой-нибудь функции, у которой есть, например, предел, значит, вот я хочу какую-нибудь функцию, у которой
предел при x, стремящемся, скажем, к плюс бесконечности, f от x существует, а предел при x, стремящемся к минус бесконечности, f от x не существует. Значит, есть такая функция? Чтобы она на плюс бесконечности стремилась к какому-то числу, а на минус бесконечности не стремилась бы ни к какому-то числу. Но давайте представим себе, как должен выглядеть график такой функции. Экспонент бы подошла в такую обратную сторону. Да, экспонент в обратную сторону. Ну, то есть, например, допустим, пример f от x равняется, скажем, единице делить на e в степени x. Значит, мы примерно представляем себе, как выглядит график. Ну хорошо, давайте. Если бы у меня была бы не единица делить на e в степени x, а единица делить на 2 в степени x, можно было бы. Значит, было бы более-менее понятно, как такая штука устроена. Значит, вот мы бы с увеличением x у меня бы значение бы уменьшалось бы вот так вот. Ну и наоборот, с уменьшением x значение увеличивалось бы. Значит, график устроен как-то вот так вот. Значит, это что-то очень похоже на единицу делить на f степени x. И предел при x, стремящемся к плюс бесконечности, f от x равняется нулю. Предел при x, стремящемся к минус бесконечности, f от x, кстати, чему равен? Бесконечности. Да, даже плюс бесконечности. Мы не вводили определение такого предела, но, в принципе, понятно, что здесь имеется в виду. Когда значения x становятся очень-очень-очень маленькими, значит, значения функции становятся дико большими. Значит, ну давайте это определение уже для полноты картины тоже напишу. Значит, допустим, предел при x, стремящемся к плюс бесконечности, f от x равняется, скажем, плюс бесконечности. Это означает что? Что нам нужно выбрать и здесь, выбирать какие-то подходящие константы. Значит, ну давайте я так напишу. Для всякого c 1 большего 0, сейчас не обязательно большего 0, для всякого c1 найдется такое c2, что для всех x больших кого? c2. Больших c2. Больших c2. C2 выполняет функцию дельта в данном случае. Для всех x больших c2 f от x должно быть больше c1. Значит, ну и понятно, что здесь тоже можно писать не плюс, а минус бесконечность, можно написать просто бесконечность. В общем, как видите, количество вариантов разных определений пределов быстро растет. Вот, но они все обслуживают один и тот же сюжет. На самом деле, картинки очень похожи, и по смыслу все это очень похоже. Вот. А мы говорим, ну, когда у нас предел равен бесконечности, это значит, что его не существует? Да, ну, смотрите, это всегда так было, что когда мы говорим, что предел существует, подразумевается, что это какой-то конечный предел, какое-то конкретное число. Ну, с самого начала мы сказали, что предел — это число, которое удовлетворяет какому-то там условию. Значит, во всех случаях, когда предел равен бесконечности, формально, с точки зрения исходного определения, это означает, что предел не существует. Вот. Ну, тут, я говорю, некоторая, конечно, путаница. И с одной стороны, мы говорим, что предел не существует, а с другой стороны, мы говорим, что он чему-то равен. Это может создавать некоторый диссонанс. Ну, вот просто нужно привыкнуть к такой терминологии. Иногда, если мне там нужно явно подчеркнуть, что речь идет именно про конечный предел, про существование конечного предела, я так и говорю. Но, в принципе, это подразумевается по умолчанию. Если мне нужно сказать, что предел существует конечный или бесконечный, то я так и скажу, конечный или бесконечный. Как бы стремление функции к бесконечности — это такой один из способов, каким функция может не иметь предела. Я бы так сказал. Вот. Хорошо. Давайте. Смотрите, мы поговорили про
вертикальные асимптоты. Да, для того, чтобы существовала вертикальная асимптота, нам, в принципе, достаточно того, чтобы функция стремилась бы к бесконечности. Ну, вот хотя бы один из каких-то односторонних пределов должен равняться хотя бы какой-нибудь бесконечности. Если вот такого рода штука выполняется, то это означает, что у функции есть вертикальная асимптота. Соответственно, у функции есть горизонтальная асимптота, если хотя бы один из вот таких пределов конечных существует. То есть сколько самое большое количество горизонтальных асимптот может быть у функции? На две, получается. Две, да. Одна отвечает вот такому пределу, другая отвечает вот такому пределу. Они могут быть, эти два предела могут быть разными, они могут быть оба конечными, в принципе, можно представить себе функцию, которая устроена так, что вот она, допустим, зажата между двумя какими-то значениями и стремится в минус бесконечности к одному значению, а в плюс бесконечности к другому значению. Вот. Ну, вот это пример функции, у которой две горизонтальные асимптоты. Но больше двух не бывает, просто неоткуда взяться. А вертикальных асимптот может быть... Почему? Почему? Разве мы не можем просто взять другой там, x1, да? Так. И для него свою выбрать окрестность и просто в ней нарисовать кусочек графика с другими двумя горизонтальными асимптотами. Ну, попробуйте, нарисуйте. Значит, не получится, потому что если, ну, как бы, у нас полуокрестности бесконечности только две. Либо вот такая и вот такая. Если вы попробуете нарисовать в одной и той же полуокрестности бесконечности два разных графика, то есть попробуйте сделать такую штуку, что вот у вас вот так что-нибудь, значит, вот так вот что-нибудь стремится, а тут еще какой-нибудь другой горизонтальный прямой что-нибудь стремится. Значит, вот так вот. Но тогда у вас просто значение функции вот в этих точках определено не будет. А можно, получается, задать такими кусочками бесконечно маленькими, чтобы на каждом из интервальчиков по x у нас, получается, функция варьировалась между верхней и нижней частью. Так, у тебя x в плюс бесконечно сходить. Смотрите, значит, вам нужно, чтобы... Значит, для того, чтобы существовала горизонтальная асимптота, вам нужно, чтобы существовал бы, допустим, вот такой вот предел. Либо с плюс бесконечностью, либо с минус бесконечностью. Он равнялся бы какому-то конечному числу. Это, в частности, означает, что функция должна быть определена на каком-нибудь множестве вот такого вот вида от какого-нибудь c и, допустим, до плюс бесконечности. И на всем этом, как бы вот везде здесь, она должна стремиться к одному и тому же числу b. То есть, как бы просто по определению того, что означает вот этот предел, вот здесь вот b — это, так сказать, одно и то же число для всей вот этой бесконечности. Поэтому вы не можете сделать никакие картинки, в которых бы функция бы вела как-нибудь бы себя, как-нибудь так, что вот она сначала бы там приближалась бы к одной штуке, потом она приближалась бы к другой штуке, потом она снова приближалась бы к этой штуке, что-нибудь такое. Вот ничего такого вы сделать не можете. Потому что вот любая такая ситуация просто означает, что у нее нет предела на плюс бесконечности, если она будет болтаться между двумя точками. Как, ответил на ваше возражение? Или какой-то другой пример имели в виду? То есть, получается, мы вот такими интервальчиками не можем задать горизонтальную асимптоту. Не можем задать такую функцию, которую были бы горизонтальные асимптоты. Ну вот если речь про вот такого типа картинку, то нет. Вы такую картинку имели в виду? Да. Ну, смотрите, вот такого типа функция — это штука, которая похожа на последовательность типа минус 1 в степени n. Она живет то вблизи одной точки, то вблизи другой точки. У такой функции на плюс бесконечности вообще нет предела, потому что нет такого числа, к которому эта функция бы приближалась бы. Как бы если вот вы возьмете какую-нибудь окрестность одной из этих точек, допустим, вот этой точки, вот вы взяли вот такую окрестность, но ваша функция будет постоянно из этой окрестности уходить. Поэтому она не будет стремиться к вот этому числу. Как, убедил? Окей, я понял, да. Угу.
Вот. Это как бы это пример, который очень похож на последовательность минус единица в степени n, но только для функций. Вот. Поэтому горизонтальных асимптот может быть не больше двух. А вертикальных асимптот сколько может быть? Сколько угодно. Сколько угодно, да, включая бесконечное число. Например, в какой-нибудь функции тангенс бесконечно много вертикальных асимптот. Вот. Ну, давайте еще поговорим про диагональные асимптоты. Значит, диагональная асимптота — это история про то, что функция стремится, допустим, на плюс бесконечности стремится тоже к какой-нибудь бесконечности. Но давайте какой-нибудь график нарисую. Давайте я начну просто с примера. Вот давайте рассмотрим такую функцию. F от x равняется x плюс единица, деленная на x. Значит, что это за функция такая? Есть функция y равняется x. Это вот такая вот штука. Значит, просто обычный график y равняется x. А есть наша единица, деленная на x, которая устроена вот так. И теперь, если мы их складываем, то получается функция, которая будет проходить выше, чем обе. График будет проходить выше, чем обе, и он будет выглядеть примерно таким образом. Значит, вот здесь он чуть выше, чем значит, вот эта гипербола, а дальше он становится чуть-чуть выше, чем y равняется x. Ну, потому что... Ну, хорошо, это я, пожалуй, загнул. Давайте чуть-чуть его повыше перемещу. Вот так вот. Значит, ну, на самом деле... вот это расстояние равняется просто вот этому расстоянию. Не очень реалистично получилось, но поверьте, что это так. Значит, и что мы видим на этой картинке? Мы видим, что у нас по мере роста x вот этот график будет приближаться к вот этому графику. Значит, график нашей функции будет приближаться к прямой y равняется x. Как бы так сформулировать в терминах пределов, что означает, что эти две кривые, значит, прямая, какая-то прямая, в данном случае заданная y равняется x, и наша вот этот самый, наша функция f, будут друг к другу приближаться. Что это означает, как это сформулировать в виде предела? Разность между ними к нулю стремится. Разность стремится к нулю, совершенно верно. Давайте я скажу формальное утверждение. Значит, во-первых, я напомню, я уверен, что все это прекрасно помнят, но давайте я для значит, полноты напомню, что если у вас есть функция y равняется kx плюс b, то ее график — это прямая линия. Значит, и у этой прямой есть вот эти числки k и b, они легко интерпретируются. Значит, здесь у нас x, здесь у нас y. Значит, точка b — это точка, которая получается, когда x равняется нулю. То есть, значит, вот эта точка b. А число k — это то, насколько сильно возрастает y, когда x возрастает на единицу. То есть можно сказать так. Вот у нас есть вот такая вот картинка. Значит, если вот здесь по горизонтали у меня единица, то по вертикали должно быть обязательно k. Значит, и дальше я буду точно так же шагать вправо на 1, вверх на k, вправо на 1, вверх на k. Получается такая прямая линия. Соответственно, если я хочу сказать, что у меня есть наклонная асимптота, то это означает, что график моей функции приближается к какой-то наклонной прямой. Ну, в принципе, горизонтально это частный случай наклонный, на самом деле. Вот. И это приближение означает, что разность между моей функцией и функцией вида kx плюс b стремится к нулю.
Значит, определение звучит так. Прямая y равняется kx плюс b является наклонной асимптотой. Функция или графику функции. Не знаю, как правильно, асимптоты функции или асимптоты графика функции. Давайте я буду писать просто асимптоты функции, это короче. Значит, является наклонной асимптотой функция y равняется f от x. Если, ну, опять же, здесь может быть предел к плюс бесконечности стремится, или x может стремиться к минус бесконечности. В общем, если такой предел при x стремящемся к плюс или к минус бесконечности, разности между f от x и kx плюс b, kx плюс b в скобках, если этот предел равен нулю. То есть, иными словами, это означает, что по мере того, как вы увеличиваете или, наоборот, делаете сильно отрицательным значение x, разница между такое вертикальное расстояние, расстояние, которое меряется по вертикали, между вашей функцией и графиком y равняется kx плюс b, становится все меньше и меньше. Вот, это определение. Теперь смотрите, как находить, значит, как находить наклонные асимптоты. Значит, здесь пригодится такое утверждение. Значит, если... Значит, утверждение такое. Y равняется kx плюс b является наклонной асимптотой для f. Тогда и только тогда, когда существует два предела. Значит, существуют числа k и b, такие, что предел при x, стремящемся к x0, f от x делить на x равняется k. Предел при x, стремящемся... Ой, не к x0, конечно, к бесконечности. Значит, к плюс бесконечности или к минус бесконечности. И здесь то же самое должно быть либо к плюс, либо к минус бесконечности. F от x минус kx равняется b. Ну, то есть, смотрите, что я утверждаю. Я утверждаю, что для того, чтобы найти наклонную асимптоту, нужно сделать следующую вещь. Первое. Найти k, который можно найти вот таким образом, посчитав вот такого типа предел. F от x, деленное на x. Значит, если у вас есть предел функции f от x, деленное на x, при x, стремящемся к плюс или к минус бесконечности, значит, давайте мы это число обозначим буквой k. Если только он существует, еще ничего неизвестно. Может быть, есть асимптот наклонный, а может быть, нет. Но после этого можно вычислить такой предел. Предел функции f от x минус kx. Если такой предел тоже существует, то обозначим его за b, и тогда обязательно y равняется kx плюс b является наклонной асимптотой. Ну, и это как бы критерий, то есть он в обе стороны работает. Если y равняется kx плюс b наклонной асимптоте, то k и b обязательно удовлетворяют вот этому условию. Условию про предел. Ну, давайте я докажу это утверждение, оно простое. Значит, ну, давайте докажем что-нибудь, например... Например, давайте докажем вот в такую сторону. Значит, если y равняется kx плюс b, наклонная асимптота для f. Давайте докажем, что вот такой предел действительно равен k. Ну, давайте смотреть. Значит, предел при x, стремящемся к плюс бесконечности, f от x, деленное на x. Значит, как бы мне так показать, что вот эта штука равняется k?
Значит, я сейчас предполагаю, что y равняется kx плюс b является наклонной асимптотой. Это означает, что вот такой предел равен нулю. А я хочу что-то сказать про вот такой предел. Что мне сделать? Поделить. То есть, если у вас fx является многочленом, то это очень круто. А если он не является, то не очень. Ну, он не является многочленом. Это абы какая функция. Но на самом деле мне достаточно знать информацию про вот этот предел. Потому что дальше делается такая штука. Давайте я скажу, что я просто... Ну, это стандартный трюк. Значит, смотрите, я здесь везде пишу плюс бесконечность, но имею в виду, что минус бесконечность здесь тоже можно написать. Главное, чтобы они во всех равенствах были одинаковыми. Значит, стандартный трюк, давайте мы... Значит, у меня есть, смотрите, у меня есть здесь f от x, а вот здесь есть вот такая штука. Я хочу из этого f от x изготовить вот такую штуку. Но, значит, мне нужно из этого f от x вычесть вот это, а чтобы ничего не поменялось, мне после этого надо ее же и прибавить. Давайте мы это сделаем. F от x минус kx плюс b плюс kx плюс b разделить на x. Значит, пока ничего не поменялось вообще. Я сделал как бы некоторое тавтологическое действие. После этого я могу сказать вот что, что это у меня предел. Теперь можно попробовать, по крайней мере, применить арифметику пределов. Но давайте это запишем в таком виде. Давайте это запишем в виде суммы. Значит, у меня в числителе будет... Значит, я хочу разбить это в сумму двух дробей. У меня здесь будет f от x минус kx. Сейчас нет. Значит, f от x минус kx. Значит, ну давайте я на самом деле вот эти b-шки сейчас сокращу, бог с ними. Значит, давайте я так напишу, что вот это будет вот такая штука. Ну или ладно, давайте оставим их. F от x минус kx плюс b плюс k и плюс b деленное на x. Значит, давайте теперь смотреть. Теперь можно применить арифметику пределов. Заметим, что вот эта штука стремится к нулю. Вот эта штука стремится к нулю. Здесь мы делим на что-то дико большое. Теперь вы знаете из домашки, что если вы 0 поделите на бесконечность, то получится все равно 0. Значит, эта штука стремится к бесконечности. Ну, значит, все вот это вот тоже стремится к нулю. И единственное, что не стремится к нулю, это вот это k. Значит, это равняется k. Ну вот вам первая часть этого утверждения. Как? Согласны? Да, неплохо. Вроде работает. Теперь. Значит, это была первая часть. Вторая часть. Значит, нужно доказать, что предел при x, стремящемся к плюс бесконечности, f от x минус kx равняется b. Ну, давайте я сделаю то же самое. Значит, я скажу, что вот такой предел, это есть предел при x, стремящемся к плюс бесконечности, f от x минус kx, вот так вот. Ну и опять же, по арифметике пределов получается такая штука. Значит, по предположению, у нас вот эта штука стремится к нулю. Потому что мы предположили, что... Значит, мы предположили, что y равняется kx плюс b является наклонной асимптотой.
Ну, значит, значит, вот эта штука стремится к нулю просто по определению того, что такое наклонная асимптота. Как, понятна эта часть? То есть, если наклонная асимптота есть, то вот эти пределы абсолютно точно восстанавливают нам К и Б. Извините, а наклон... Ну, теперь... А нам же тогда да? получается... Получается так же не... Так. Или давайте нет? Еще раз попробуем. Еще раз можете сказать? А сколько может быть? А наклонных асимптот их может быть не больше. Значит, наклонных асимптот может быть не больше двух, причем горизонтальные тоже, на самом деле. Вот смотрите, если у нас оказалось, что вот здесь вот оказалось, что К равняется нулю, то, в принципе, ваша наклонная асимптота является горизонтальной асимптотой. Ну, то есть, в принципе, мне кажется, что когда определяют наклонные асимптоты, не требует, чтобы К не равнялось нулю, то есть горизонтальная асимптота считается частным случаем наклонной. Вот. И в общем, в принципе, наклонных асимптот может быть не больше двух. Илья, можно еще раз последнюю строчку? Почему f от x минус kx плюс b стремится к нулю? Можно еще раз? Смотрите, мы сейчас доказываем, что если y равняется kx плюс b является наклонной асимптотой, то тогда вот эти два предела существуют и равны тем самым k и b, которые фигурируют в определении наклонной асимптоты. А определение наклонной асимптоты ровно вот такое. Понял, спасибо. А если у нас есть, например, ну, бесконечно много вертикальных асимптот, которые там расположены от друг друга на небольшом интервале, и мы их всех повернем на какой-то угол альфа, вы тогда... и обрежем то, что лишнее там повылезало? Не получится. Ну, то есть, как бы нет. Если вы обрежете лишнее, но у вас будет какая-то функция, которая будет устроена как-то так. Значит, ну вот. Вот у вас был, вот у вас была какая-то функция с большим количеством вертикальных асимптот, да, какая-нибудь, допустим, вот такая вот функция типа тангенса. Вот что-нибудь в таком стиле, да? А после этого вы его хотите повернуть немножко, но при этом, чтобы вам нужно, чтобы ваша штука оставалась графиком функции, то есть это означает, что вертикали она должна пересекать только в одной точке. Но тогда, в тот момент, когда вы пообрезаете хвостики, то есть если просто наклонить вот эти вот вертикальные асимптоты и сделать их как бы вот такими вот наклонными, то понятно, что здесь у вас обязательно начнут заезжать друг на друга вот эти вот кусочки графика функции. Поэтому, скорее всего, вы должны будете как-то это все пообрезать, и после того, как вы это пообрезаете, у вас получится что-то в таком стиле. Вот у вас ваши наклонные штуки, которые были раньше, но вот вы, допустим, его где-то здесь обрезали, и у вас получается какая-нибудь вот такая штука. Просто разрывная такая функция. Не очень удачно рисую. Но вот она получится какой-то вот такой вот. Как бы у вас не будет никакого, у вас не будет никакого бесконечного стремления. Значит, у вас будет вот что-то в таком стиле. То есть у вас будет функция с такими вот скачками. Как, убедил? Ну да. Не, ну я как бы и не думал сильно, что там будет но без, вот эти вот наклонные асимптоты, но я думал, что вот может у них есть какой-то там, будет какой-либо то ни было смысл. И вот сейчас мне кажется, что в принципе производная, наверное, имеет тот смысл, который я пытался найти. Ну, то есть, что возможно. Совпадает как на каком-то маленьком участочке, функция начинает совпадать с прямой. Ну да, но конкретно в вашем случае именно наклонить вертикальную асимптоту, кажется, не даст даже этого. Да, это было абсолютно бесполезное действие. Ну нет, почему бесполезное? Ну, смотрите, на самом деле реально вот то, что вы сейчас сделали, вот реально, когда вы думаете над такими вещами, вот в этот момент происходит ваше обучение матанализу. Когда вы пытаетесь представить себе, как можно модифицировать эти объекты, с которыми вы работаете, и посмотреть, что будет. Вот это на самом деле, это дико полезно. Это вот то, чего мы на самом деле хотим. Мы хотим иметь некоторую свободу в манипуляциях с такими объектами. Так, ну что, давайте докажем теперь в обратную сторону.
Значит, теперь я хочу доказать обратное утверждение, что если вот эти два предела нашлись, то y равняется kx плюс b обязательно является наклонной асимптотой. То есть пока что мы доказали, что если эта штука является наклонной асимптотой, то обязательно k и b равны вот этим вот товарищам. Значит, давайте докажем в обратную сторону. Значит, доказательство в обратную сторону, пусть оба предела существуют. Значит, ну, что мне теперь нужно сделать? Ну, тоже нужно сделать что-то в таком же стиле. Значит, я хочу доказать, что f от x минус kx плюс b, что вот такая штука стремится к нулю. Ну, давайте смотреть. Значит, что мы утверждаем? Сейчас, секунду. Видимо, я хочу домножить и поделить на x. Наверное. Сейчас. Значит, пусть эти два предела существуют. Ну, хорошо, давайте попробуем. Значит, f от x минус kx плюс b. Что-то как-то странно получается. Ну ладно. Домножили, поделили на x. Может быть, я зря все это так сделал. Ладно, давайте вот как скажем. Значит, это есть f от x. Деленное на x. Нет, сейчас, секунду, простите. Что-то я немножко запутался с этим доказательством в обратную сторону. Сейчас. Значит, что нам известно? Нам известно, что... А, ну вот. Значит, нам известно, на самом деле, самое главное, что нам известно, это нам известна вот эта вещь. Нам известно, что вот такой предел существует, а равен b. Значит, да, значит, не нужно было ни на что домножать. Значит, просто мы говорим следующую штуку. Мы знаем, что вот такой предел существует, и равен b. Ну, давайте мы просто воспользуемся теоремой про, опять же, арифметика пределов. У нас получается вот такая штука. F от x минус kx. Значит, минус b. Значит, я просто вынес вот эту плюс b, значит, я раскрыл здесь знак, осталось минус b, и я вынес ее за скобку. Теперь я знаю по, значит, по вот этому второму утверждению, я знаю, что вот эта штука стремится к b. Но, значит, действительно в разности получается 0. И все доказано. На самом деле, мне нужно для доказательства в обратную сторону, мне достаточно было бы вот этого утверждения. Но чтобы вот это утверждение могло бы, в принципе, выполняться, мне нужно, чтобы k было подобрано ровно вот таким образом, просто потому что иначе не получится. Вот. Ну, вот такая история про асимптоты. Значит, на семинарах вы сегодня будете тренироваться строить всякие... Значит, эскизы графика функций, самое главное, находить всякие асимптоты, вертикальные, горизонтальные, все на свете. Вот. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хороший да, давайте... вопрос. Угу. Да. Угу. Ну, нет, в чате хороший вопрос. В чате, а будете ли самостоятельно? Ну, на лекции нет. Значит... Давайте я еще один пример, кстати, приведу. Я его забыл привести, когда мы обсуждали горизонтальный асимптот. Вот смотрите. Давайте представим себе, что у меня вот такая функция, скажем, синус x, деленная на x.
Тогда вы представляете себе, как выглядит график синус x, а тут вам нужно его еще на x поделить. Получается какая-то вот такая вот штука. Как вы считаете, вот у такой функции есть горизонтальная асимптота или нету? Значит, есть ли какая-то горизонтальная асимптота? Есть. Вообще, возможно, ноль, потому что она же будет уменьшаться с увеличением да. x. Да, вот на самом деле в этом случае y равняется нулю, тоже горизонтальная асимптота. Значит, этот... Я специально про этот пример говорю, потому что иногда почему-то, когда утверждают, почему-то, когда люди формулируют определение асимптоты, очень часто хочется сказать, что это такая прямая, к которой график функции приближается, но никогда ее не достигает. Вот это неправильное уточнение, он совершенно не обязан ее не достигать. Он, в частности, как видно на этом примере, график функции может пересекать нашу горизонтальную асимптоту, он может с ней совпадать, совершенно, это все совершенно не важно. Важно то, чтобы функция в данном случае стремилась бы просто к какой-то константе для горизонтальных асимптот, ну или выполняла соответствующие условия для наклонных асимптот. Вот. Совершенно не обязательно, чтобы он ее никогда бы не достигал. Понятно, что когда мы говорим про асимптоты, мы в первую очередь в голове представляем образ вот такой вот функции типа единицы, деленная на x, но значит, совершенно не обязательно, чтобы этот механизм был именно таким. Вот в единице, деленной на x, действительно происходит постепенное приближение, и никогда эта самая функция не достигает, но это совершенно не обязательно. Вот. Так, ну давайте. Не по теме лекции сегодняшней. Просто я хотела узнать, вы будете выкладывать запись вот сегодняшнюю и предыдущую недавние на сайт? Значит, я все буду выкладывать на сайт. Значит, я выложу видео, и я когда-нибудь напишу конспект. И, если хотите, я вам сейчас пришлю в Telegram вот ту доску, которую мы сейчас только что исписали. Все, что можно выкладывать, хорошо. Я выкладываю. Спасибо. Хорошо. Так, еще вопросы? У меня вопрос. Можете, пожалуйста, сказать, почему у нас только две максимальные наклонные асимптоты? Ну, смотрите, потому что наклонные асимптоты, точно так же, как и горизонтальные, связаны с предельным поведением вот с такими вот пределами. Х стремится либо к плюс бесконечности, либо к минус бесконечности. И если у вас есть наклонная асимптота, например, вот для такого предела, то никакой другой наклонной асимптоты для такого же предела уже быть не может. Просто потому что наклонная асимптота однозначно определяется. Ну вот как бы да, она вот этими числами однозначно определяется. Спасибо. Вот. И все. То есть как бы у вас у бесконечности бывают только две полуокрестности. Плюс бесконечность и минус бесконечность. Да, Так. Ну что, еще вопросы? Будет сегодня консультация? Консультация, да. Во-первых, коллеги собирались устраивать консультации, Настя и Василий. Значит, во-вторых, да, я буду доступен. Значит, я думаю, что в течение дня, ну там, либо я напишу в чатик, либо вы напишите в чатик, когда захотите проконсультироваться. Хорошо, спасибо. Окей. Ну что, тогда все на сегодня. До свидания. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Илья, вопрос. Да. Давайте. А пока вы еще не отключились от конференции, можете просто в двух словах рассказать вот в последней теореме, последнем утверждении, как находить наклонные асимптоты. Конкретно, что означает лимит от f от x делить на x и равен k? То есть это отношение. Сейчас, смотрите, значит, утверждение такое. Утверждение, что если у вас есть какая-то функция, вы хотите найти ее наклонную асимптоту. Это означает, что вам нужно найти два числа. Вот число k и число b. Утверждение состоит в том, что эти числа можно находить так, что вы сначала находите k просто как вот такой предел. А почему вот. На этому пределу? Почему k равняется этому пределу? Ну, вот оно, собственно говоря, доказано было вот здесь.
Значит, мы знаем, что если kx плюс b является наклонной асимптотой, то тогда обязательно вот такой предел обязательно равен k. Ну, доказательство, собственно говоря, вот здесь. Я, значит, рассматривал такой предел, вычел и добавил kx плюс b, и после этого выяснилось, что вот в том, что получается вот здесь, значит, во-первых, вот эта часть стремится просто к нулю, ну, точнее, вот, ну да, вот эта часть стремится к нулю, дальше вот эта часть тоже стремится к нулю, и единственное, что выживает, это выживает вот это самое k. Ну, собственно говоря, вот здесь вот видно. Yeah. Вот. Поэтому k действительно обязано быть вот этим самым угловым коэффициентом. Ничем другим. Как бы, во-первых, если вот такая штука существует, то есть если вот такой предел равен нулю, то тогда вот этот предел обязательно существует, и он обязательно равен k. Я больше, прошу прощения, больше про то, что вот как раз вы, когда напоминание делали, и график y равно kx плюс b, вы показывали, что k — это число, на которое, ну, коэффициент, да, на который увеличивается y, да, при изменении x на один шаг. Да. И вот как раз-таки, как я понимаю, и k является этим отношением f от x на x. Да, но здесь как бы идея такая, смотрите, ну вот если чисто геометрически говорить, то смотрите, если у нас функция уходит на, ну вот, допустим, что у меня есть какая-то, значит, вот у меня есть какая-то y равняется kx плюс b, к которой наш график приближается. Утверждение такое, значит, что такое f от x, деленное на x? Это вот такой угол. Это вот такой угловой коэффициент. Значит, вот я взял какую-то точку f от x. А, к сожалению. Значит, вот теперь видно. Значит, вот я взял какую-то точку. Вот я взял какую-то точку x. Вот у меня здесь f от x. Значит, вот эта штука — это f от x. Вот эта штука — это x. Значит, угловой коэффициент, то есть тангенс угла наклона, для вот такой вот штуки, это и есть то самое f от x, деленное на x. Mm-hmm. Теперь смотрите, утверждение такое, что если я буду вот эту точку сдвигать вот сюда, вот вправо, вот сюда вот, примерно вдоль вот этой прямой, так, приближаясь к этой прямой, то угловой коэффициент вот этой вот штуки, вот у меня она вот такая была, потом я еще сильнее сдвину точку, она станет вот такой. Ага. Еще сильнее сдвину точку, она станет вот такой. И, в общем, когда вот эта точка уходит куда-то туда на бесконечность, фактически вот эта штука, она становится как бы почти параллельной вот этой прямой. Она будет к этому стремиться, во всяком случае. Да, она будет стремиться вот к такой параллельной прямой. Понятно, что они здесь на самом деле будут пересекаться где-то, но эта точка пересечения сдвигается куда-то туда в бесконечность. И поэтому как бы вот этот угловой коэффициент, он оказывается равен вот этому угловому коэффициенту. Согласен. Как? Теперь стало проще поверить? Да, согласен. Угу. Да, хорошо. Спасибо, что спросили. Это хорошая иллюстрация. Я что-то не подумал ее нарисовать. И как раз можно тоже вот в подобном ключе объяснить f от x минус kx равно b? Да, это смотрите. А это вот какая история. Смотрите, значит, если у меня есть... Что такое kx? Kx — это прямая, y равняется kx. Это прямая, которая параллельна, значит, она будет параллельна вот этой штуке, но проходить она будет... Через начало координат. Поэтому предел расстояния между... Значит, предел расстояния между... Ну, вот такого вот расстояния, угу. Вот такого типа расстояния, угу. Это и есть в точности вот такое расстояние. А это и есть b. И как раз чем ближе становится f от x к y равно kx плюс b, mm-hmm. тем как раз-таки ближе это расстояние от точек до y mm-hmm. равно kx, оно будет уменьшаться до длины b бесконечно много. Да, 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 да. Ну, не обязательно уменьшаться, это как бы у меня здесь нарисован график такой, который сверху проходит. Ну, стремиться будет. Стремиться, да. Да, 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 да. Это хорошая иллюстрация, да. Окей, отлично. Спасибо большое. Пожалуйста. Понятнее стало. Спасибо большое. Отлично. До свидания. До свидания.